Так, ассалам алейкум, хурметта Казахстан, с вами Иргали, все, кто смотрит мой канал. Сегодняшняя новость, это значит, сенатор предложил создать два министерства на базе Министерства образования и науки Республики Казахстан. Астана, 29 декабря, Кастак. Бибихан Серикова, сенатор предложил создать два министерства на базе Министерства образования и науки Казахстана, передает корреспондент агентства. То есть я считаю, что пора создать на базе Министерства образования и науки два министерства. Министерство образования и Министерство высшего образования и науки, сказал председатель комитета по социально-культурному развитию и науке Сената РК Мурат Бахтиярулы на заседании Сената во вторник. По его словам, Министерство образования и науки занимается всеми вопросами системы непрерывного образования от детского сада до послевузовского образование. Он охватывает половину населения страны. Это очень большая нагрузка, считает сенатор. По его мнению, ни у одного другого государства нет такого бремени, такой нагрузки. То есть, по его мнению, ни у одного другого государства нет такого бремени, такой нагрузки. То есть, ужас, короче, я высказываю свое мнение, хочу по данному факту сказать, да, что чем, интересно, занимается вообще наше Министерство образования и науки? Неужели Казахстан выпустил что-то такое, что удивился даже бы Илон Маск? Да? Или что-то такое, вот я вот всегда критиковал Министерство образования и науки за то, что вы, у вас нет идеологии, понимаете? У вас самое больное ваше место, у вас нет идеологии по защите независимости и суверенитета Казахстана. То есть, я считаю, самый главный ваш минус, это у вас нет идеологии, понимаете, самой идеологии. То есть, я ходил и в музей, я вижу в музее все это, знаете, как с советских времен, вот это вот отношение, знаете, вот как вот пустили нас российские имперцы, посадили нас на одни рельсы, знаете, вот вы, вот казахи, вот вы, вели в 19 веке народно-освободительную войну. Ну, и вот все в таком духе, понимаете? А раз мы независимое и суверенное государство, я считаю, то мы должны вести идеологию о том, что в 19 веке шла священная война за независимый Казахстан. Вот так должен вопрос стоять, понимаете? А не освободительное восстание. Слово «восстание» меня коробит. То есть восстание бывает только у рабов. То есть получается, мы были чьим-то рабами, потом восстали и создали свой Казахстан. То есть вот так получается, понимаете вопрос? А мы должны говорить о том, что на нас напала Российская империя, и весь 19 век шла война и война. И были предатели, понимаете, предатели. И об этом надо открыто говорить, кто предатель, где предал, кто воевал за независимость Казахстана, понимаете? И когда вот эта вот идеология, мы вооружимся вот такой идеологией Казахстан, да, вот тогда мы станем действительно независимым и суверенным государством. То есть вот так нужно воспитывать наших детей, я считаю, в школе. Но, к сожалению, я в школьную историю книжку беру, даже в интернете, везде говорит, что у нас было какое-то восстание, там восстание, там восстание. Нет, друзья мои, это была народная, я считаю, священная война за свою землю. Понимаете, вот так должна быть идеология. Ну, я не знаю, чем занимается вообще это Министерство образования и науки, что они теперь, оказывается, до того загружены. Нужно, значит, полностью, я считаю, разогнать это министерство и начать все с нуля. Ну, это мое личное мнение. Поэтому я считаю, что вообще надо ваше министерство полностью разогнать и набрать его все с нуля и заниматься идеологией, понимаете? И стержнем этой идеологии должна быть независимость Казахстана, его суверенитет. И все, ваша работа должна крутиться вокруг этого стержня. То есть независимость Казахстана, суверенитет. И вот тогда вы будете правильно работать, а не так, как берут, значит, изначальными своими материалами, да, они берут
и опирается на российскую историю. Российская история разве относилась к нам беспристрастно, к нашей истории? Я считаю, нет. Там не было беспристрастности, понимаете? Там все вранье, там вся была идеология направлена на укрепление, на улучшение и на развитие Российской империи. Понимаете мысль? Ну, в общем, с вами был Ергалих. Я высказал свое личное мнение. Салам алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Пишите комментарии, ставьте лайки, что вы думаете по данному факту.